типизации по субфонду. Нет, можно виртуальной таблицы. Нет. Виртуальной таблицы. Нет, можно пропустить. Нет, мы пропускаем, да? Да, пропустим. А уж про обращение к регистратору в таблице оборотов я вообще молчу. Вместо создания самописных Excel, XBase, XML данных. Ерунда какая. Просто, вы как блондинки, просто получи. Самый сложный текст. Я. А умный лицо очень нравится. Наоборот. Не умная. Как будто с подружкой разговариваешь. Да, там практически все просто. Запускаю процесс Creator Spender через Write Memory, закидываю свой код в тот процесс. Hit play to start. Представляешь, я смотрю его запрос. Ужас. А я смотрю его запрос. Ужас. О, проиндексированные товары. Ну, сказать вот, проиндексированные товары. Ну, на мой взгляд. Где камера? Какая снимает меня? Объектами и составной тип данных. Ну, вот в конце. Плохо. Что данные тянутся из табличной части документа, а не из реквизита накоплений. Фоточку показать? А вы скажете, когда начинать? Ну, работаю как с первоначальным объектом. А куда надо? Передаю структуру ссылками в разные базы. Использую ВТО пакеты. Использую ВТО пакеты. Использую ВТО пакеты. Использую... Реально, как сказал. Использую. Что это такое? Использую. Сериализованную строку XML через ВС-ссылки. Извините. Я забыла это слово. Десериализирую на сервис, но работаю как с первоначальным объектом. Десериализую на сервер. Ну, абу. Абу, какой абу? Десериализую на сервере. На каком сервере? На сервере. Все, сейчас все скажу. Твоя десериализация все не снится. Вы косяки не будете вставлять в конце? Как знаете, как это было? Я там сервер, использую. Так как себя сериализовать надо что-то кому-нибудь? Я забыла десериализовать. Ты что, не понял? Не, ну что ты не понимаешь? Да. Не, ну все поняли, да? Я только не поняла. Че? Ты гений-хакер. Еще раз. Я гений-хакер? Ну вы все поняли, да? Параллельно шлю GET-запрос на сайт с координатами, чтобы клиенты могли видеть, где находится их груз. Параллельно через GET-запрос регистрирую. А параллельно, короче, выкладываешься код и сразу... Дорогие мужчины, с праздником вас! Да? С праздником вас! И слеза такая зеленая по щеке. Просто я когда улыбаюсь, у меня дергается щека. Тише. Дорогие мужчины, с праздником вас! Большое спасибо команде Невастрим. Вы работаете классно.